разработали дорожную карту достройки аббасовских долгостроев. Об этом говорили в правительстве области. 12 домов входят в самую проблемную группу. Об этом еще говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, когда инициировал создание рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков. Сам застройщик Алексей Аббасов, владелец нескольких фирм, сейчас находится под арестом по подозрению в мошенничестве. Разбирательством занимаются правоохранительные органы. У города, отметил глава Михаил Исаев, другая задача – достроить дома и вернуть их собственникам. Специально для этих целей была разработана дорожная карта на каждый долгострой. Состоит программа из 5 ключевых этапов. Первый этап – это проведение процедуры банкротства организации застройщика. Создание участниками долевого строительства в процедуре банкротства нового ЖСК. Передача объекта незавершенного строительства участниками долевого строительства – это третий этап. Четвертый – поиск инвестора, либо подрядной организации и заключение договоров о возобновлении строительства.